любим жизнь. Эта фраза принадлежит молодому и перспективному украинскому дизайнеру Никите Миленевскому. И она как нельзя лучше отображает миссию и идею его творческого пути. Бренд был основан в 2015 году человеком, который, несмотря ни на что, следовал своей мечте и превратил ее в реальность. Никита выбрал свой путь в мире моды, и поэтому его индивидуальность не может не покорять, а ощущение, что этот наряд создан именно для тебя, влюбляет еще больше. Удивлен, у нас все бомбезные, потому что мы подготавливались вместе с Никитой, мы готовили образы, мы участвовали всячески, это наши партнеры, он очень творческий человек, он очень крутой человек, до мелочей продумано все настолько грамотно, и в этой коллекции самое главное это мелочи, то есть не массовость какая-то, которая есть во многих коллекциях, каждая деталь, она заслуживает особого внимания, и вот это его фишка. Он уделяет внимание каждой ниточке, каждой пуговице, каждому шву. Он контролирует производство на всех этапах. Это один из лучших дизайнеров, которых я знаю. Я очень рад, что мы с ним познакомились, я очень рад, что мы с ним сотрудничаем. Он супер. У него просто нереально красивая коллекция, которая еще и будет подчеркнуто блеском бриллиантов от Cartier, поэтому я думаю, что это стоит увидеть, и все просто узнают, насколько молодец Никита, насколько он молод, но настолько талантлив. Я безумно доволен, потому что я помню прошлый Summer Weekend, когда Никита стартовал, и это тогда было вот реально вишенка на торте, да, потому что действительно это было очень красиво и зрелищно, эти ткани, эти шелка прошлого года. Но сегодня то, что я слышал от людей, которые стояли рядом, я специально, было очень много на работе, но я поднялся наверх, чтобы посмотреть хотя бы из толпы. Коллекция, идея, воплощение, конечно же, Cartier. И это действительно, ну, это хороший камень в хорошей короне. Это очень хорошее завершение нашего мероприятия, это суперная коллекция. Очень многие женщины переглядывались и шептались. Я думаю, что у Никиты удалось воплотить то, что он хотел. Я ему реально желаю громаднейшего развития и успеха. Say now too much about it, but I think also how he presents is really special, and I think this gives to this great evening today the right inspiration. But you need to know this new collection with a color and with this style. I need to say every beautiful woman should wear this clothes. Это было невероятно, просто ошеломительно, настолько роскошно. Все ваши партнеры сыграли просто обалденно в этих нарядах. Расскажи, как родилась такая концепция, как родилась идея? Изначально родилась концепция немецкого Баунхауза. Это структура минимализма в архитектуре. А потом, после поездки в Швейцарии и жизни там, появилась идея о том, что да, действительно, это должна быть девушка Джеймса Бонда. Ибо Cartier выступил кардинальную роль. Нереальное количество было образов. Сколько по времени это создавалось? Я тебе скажу, это было 3 недели ровно.
Это бешеные сроки. Коллекция сегодня была представлена, в основном это была смесь тканей. Это был как и деним, так и органза, как шелк, так и лен. Да, вот казалось бы, цвета действительно одинаковые, и по сути образ один и тот же. Но настолько разное все было, настолько индивидуальное. Как вот пришла такая идея, я поняла, чем она навеяна. Почему именно образ такой женщины, которая убивает наповал своей красотой, своим взглядом? Женщина должна быть такой, в априори. Как у меня просто, как бы других слов нету. Женщина должна всегда привлекать внимание. Мужчины должны готовы быть убить за нее, за свою единственную уникальную. Какие у тебя планы на будущее? Потому что я наблюдаю, ты делаешь колоссально большие шаги в направлении своего творчества. Что дальше? Я думаю, что жизнь покажет на самом деле. Потому что я не хочу что-то загадывать на будущее. Но хотелось бы верить, что пойду дальше по новым ступеням все выше и выше. Брэд-сникерс – это не просто модная одежда, это стиль жизни. Не стоит слепо доверять модным тенденциям, ведь можно найти то, что сделает модным именно тебя. Каждый из нас уникален, и это прекрасно. С вами был Одесса Fashion Channel и я, Руслана Орленко.